Сегодня шьем интересный блок. Подбираем 5 видов ткани, вырезаем квадратики. У меня 13 на 13 сантиметров. Оранжевый это будет фоновый блок. Его разрезаем на 4 равных квадратика, а все остальные 4 квадрата режем на полоску и 2 квадратика. Теперь выкладываем блок. Вот по такой схеме, как я вам показываю. Приступаем к шитью. Сначала сшиваем наши маленькие квадратики. Как вы их выкладывали, так вы их и сшиваете. И снова возвращаете на это место. Потом идем на утюжку. Сначала в сложенном виде утюжим, потом раскрываем. Утюжим шов. И шов заутюживаем на ту сторону, вот как вы в закрытом виде отутюжили, так вы и в открытом виде открываете, на ту же сторону его утюжите. Далее сшиваем в полосы и квадратики. Вот полосы сейчас получаются немного длиннее, но это ничего страшного. Стыкуете с одной стороной полосы, мы потом их выровняем с квадратиками и сшиваете вот как идет блок по схеме, как вот выкладывали вы, точно так же сшиваете все швы у нас на ширину лапки. После того, как пришьете полосы квадратиком к маленьким, вы идете снова на утюжку. После утюжки выравниваем квадратики. Я начинала с квадратиков 13 на 13, перед тем, как их порезать. После того, как я их сшила, у меня получились квадратики 11 на 11. Вот как раз я выровняла их до... Ну, они так и были 11 на 11, просто эти хвостики убрала. После этого снова выкладываем блок и сшиваем нижние квадратики вместе. Можно верхние шить сначала, потом нижние. Можно нижние, потом верхние. Теперь нам необходимо сшить серединку. Стыкуем средний шов. Если под рукой нет булавочки, а у меня ее не оказалось, я начала сшивать серединки, где вот у нас шов мы состыковали, оттуда я сразу начала стачивать эти две полоски. А теперь сначала до серединки с другой стороны довожу. Вы тоже также можете серединки, когда стыковочные такие элементы, начинать шить с них. Теперь снова идем на утюжку и получаем вот такой блок. Можете его продолжить, точно такие же блоки, и накладывать друг на друга. У вас будет такая плетенка красивая. Посередине квадрата, а по бокам квадрата зелено-красная плетенка. Если вам видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.